А чого одних представителей преси пускали на сессию, а других не пускали? Мы избирательно не пускали никого. Все желающие были с утра в зале. А дальше уже общественность, как реагировала на входе, это вопрос, наверное, к общественности. Это были люди из охранной фирмы частной. Они нам это... Да, тогда обращайтесь к ним. Вы не нанимали эту фирму для охраны здания? Я не. Спасибо. И вам тоже. Есть еще вопросы?